Девочки, когда вы платите за мужчину, вы урезаете им половой орган. Не надо этого делать. А потом он может себе позволить рассказывать: купи мне тачку, хуячку. Yes, согласна. Не бывает чужих ролей, чужих расстановок. Хватит содержать мужиков, всех, блядь, касается здесь. Слышите? Не надо ему уменьшать члены. Даже если вы зарабатываете 90 миллионов, это не показатель того, что вы должны им покупать тачку или колбасу, или даже хлеб. В семью хлеб приносит мужчина. Точка. В семью квартиру покупает мужчина. В семью колбасу покупает мужчина. А остальное все херня. И за расстановки у Ходарцевой платит, сука, мужчина. И даже за свою сестру, блядь, платит мужчина. Это просто безумно неприятно вам внутри в том числе. Вы можете все что угодно говорить, но каждой женщине безумно неприятно, когда вам приходится платить за мужика. Остальное мне даже не рассказывать. Я это знаю на опыте, а хер знает какого количества расстановок клиентов и всего остального. Конечно, зарабатывать 90 миллионов очень тяжело найти мужчину, который потянет. Все удовлетворять ваши потребности. Но если за вашим правым плечом стоит отец, и он только увидел, что вы платите за мужчину, ваш папа пристрелит нахер его член прям. Извините. Жестко, но по-честному. Это поле...